Итак, ребятки, я всех приветствую, мы продолжаем прохождение. Итак, давайте посмотрим, какая у нас сейчас будет операция, которую мы можем потянуть. Угу. Так, без тяжелой пехоты и без гранат, без мин. Так, подавляет цель снайпера, уменьшает ее уклонение. Ну, вот это звучит как-то более-менее. Попробуем там что-нибудь разрулить. Должно получиться. Так, Сида берем. Хила берем. Что тебе тут сюда можно присобачить? Ух. Так, у тебя шанс крита, это что? Выстрелив в режиме наблюдения, этот боец нанесет на 25% больше урона. Ну, давай. Кто у нас следующий? Так, нам нужно обязательно взять девочку-разведчика. Ты же разведчик, да? Ну, вроде как. И снайпера возьмем. Вот этого. На него есть какой-то обвес. Кстати, хороший вопрос. Ага, видимо, на них одинаковый обвес какой-то. Ну-ка, что предлагают? Этот боец получает плюс 25 вероятности крита. Эффект перестает действовать после первого урона. Угу. Ну, типа, такое себе, если честно. Без этого вполне можно прожить. Но стак меня устраивает. Можно идти. Я всегда нервничаю, когда слышу, что личинки накапливают эмульсию. Взорвите их в склад к чертям и бегите в точку эвакуации. Доберитесь до моста, но пока легко. Два, три. Ну, сильно далеко его закидывать не хочется. Ух, ёшки-матрёшки. С одной стороны, если мы хотя бы в одну такую штуку попадем, нам не обязательно будет гранату использовать. А их нельзя использовать. А нет, можно. Но мы не будем. Угу, маловато. Okay. Так, а если нам снайпера подтянуть на вечеринку? Можно. Выстрелишь отсюда. Блин. Нет, нам нужно стопроцентное попадание. Давай, давай, попади. Нужно однозначно, чтобы ты попал. Blow the reserve sky high and hustle to the extraction point. Так, а если сюда отправить снайпера? Может, он попадет лучше? Я ему просто очку действия могу дать. Да ёптыть. Do not let up.
Да что ж такое-то? Ты чё такой, мазила? Ну-ка, не дело. Так, я решил сделать один ход и попытаться стрелять отсюда. Ага. Отлично. Шикарно вообще. Попали. Так, дай-ка ты ему немножко ходов, чтобы он этих ребят мог увидеть. Ready. Так, отсюда он не видит. Понятно. 60. Очень мало, но ладно. Офигеть! Шикардос, шикардос. Так, пока один ход тебе оставляем. У тебя ходов нету, иди сюда. Так, кого-то было видно. Хороший вопрос, кого было видно? Ну, вряд ли нас, конечно, будут обходить. On Overwatch. На всякий случай. Чуть-чуть здесь попытаемся захватить и вот этот проход держать. Ух, ё! Это снайпер! Это второй снайпер! Ёптать! От чего-чего я не ожидал. Ready. Roger that. Че, ты далеко гранаты кидаешь? Да, жалко ход не дать ей. 21 мало. I'm reloading. Didn't connect. Ready. Making tracks. Так, понятно, если бегать под этой штукой, то на нас внимание не переключают, что, в принципе, достаточно хорошо. Так, это минус 2, но... Нам профита в этом никакого. А ты... А, у тебя один ход всего. Scout on standby. Так я сделаю минус 2 с одной стороны. Так, у тебя докуда граната долетает? До этого товарища, да? Кидать, не кидать, вот в чем вопрос. Давай. Ставь
Странно, что вот этого не заденет, но ладно. Самое бесполезно использование гранат. Две гранаты за одну смерть. Ну, сейчас нас начнут в прицел брать. Просто по полной. Однако. И один ход ему еще дадим сверху. Out of commission. You got this. Charging. Hold contact. Вот так вот. Okay. Scout reporting in. Че, расстреляешь его издалека? Офигеть. Так, пока мост не опускаем. Коробки нужно залутать. Yes. I'm on it. Here we go. We're up. Well, now, коробочка есть. Спускаем эту штуку. Так, кого мы отправим дальше? Два очка. Так, пока не ставим тебя в режим наблюдения. У тебя один ход остался, мало. Ныкайся. Иди поближе к деду. Че, никто к нам не сунется? А, арбалетчик. Арбалет мы еще не пробовали. Ух, ё, 3 снайпера, офигеть, 4 снайпера. Сумасшествие. Бам-бам-бам-бам. В укрытие, в укрытие. Интересно. Okay. Так, они могут отсюда спуститься.
standing by. On my way. Мы их будем ждать. Kill zone established. Будем очень аккуратно идти. Опа, а он туда бы сходить. On Overwatch. I'm on it. Отсюда вряд ли кто-то нападет, я сразу к сундуку пойду. Девчонку можно было бы сюда же кинуть. Bring it on. I'm ready. Enemy movement. Так, на один ход больше нужно. Не хотелось бы, конечно, взрывчатку от него получить. Попробуем, продвинемся немножко вперед. Ready. On the move. Эти явно посюда пойдут, этот может, конечно, сюда выйдет. Но вряд ли они до нас дотянутся за один ход. А вот про снайперов ты что-то и забыл. Угу, стим-граната то, что нужно. Так. Главный по гранатам у нас ты на этот раунд. Идеально. Мало. У тебя сколько? 21 мало. On my way. Hook you out. Укрытие ее посажу пока. Yes. Hit the road. Снайперы могут, по сути, отсюда его попытаться выцелить. О-о-о, обходит, зараза. Охренеть. Go!
Yep. Standing by. Understood. Сейчас двоих отхилим тогда сразу. Sniper on standby. 10 мало. Мне вот этот вот товарищ под боком вообще неудобен. Как в него стрелять-то, а? Главное, он в меня может, я в него не могу. Хм. В покрытие можно взять. Окей. Affirmative. On Overwatch. I've got Overwatch. Куда тебя-то запихать, даже не знаю. Кого-нибудь бы вот сюда нам. Если бы ты до сюда добежал. Либо тебя убили. Если каждый хотя бы попытается выстрелить, кто-нибудь да попадет в теории. Setting up a perimeter. Попробуем его завалить. On my way. А тебя в режим наблюдения поставим. Рисково, но попробуем. Блин, сейчас он ее выбьет. Блять. Урод, а. Да как ты это делаешь? Да чё ж так мало-то по нему? Moving. 17, хереть. Charging. Дострелялся, Let's собака. Go. Так, дай ему ход на этот арбалет замечательный. Теперь он нам послужит. Come on, let's bring the hurt. Так, всех полечить. А, все отличились, okay. Отлично. Тебя мы сюда, но мы их будем взрывать. Acknowledged. Так, стрелять в область из арбалета поражающих нахождение. Ага, так, стреляет в цель прямой наводки из арбалета, нанося огромный урон. Стрела взрывается при попадании. Ага. Понятно. Не дотягиваемся.
Блин, а если не дотянусь? Listening. Блин, у него же хода нет. Ух, как я глупанул там. Awaiting orders. Fire in the hole! Ах, мимо. Офигеть, первый раз мимо. Вот это неудача, конечно. Orders. On my way. Ну, okay. Хотя бы так его выбил. Заразу такую. Поставим тебе сюда, может на тебя кто-то отвлечется. Так, так. Ух, этот сюда полез, людока. На этого посрать. Вот, вот это другое дело. Бригада снайперов распилена. Что-то мы быстро отстрелялись. А вот это вот на что? На пулемет, наверное. Ну, нашего очкарика повышение. Пассивный навык, расширенный магазин. Неплохо. Так, у нас все открыты. Давайте прокачаемся и приоденем народ. Так, медицинские навыки этого бойца увеличивают здоровье еще на 100%. Замечательно. Когда этот боец атакует пилой, каждый союзник восстанавливает 15% здоровья. Когда этот боец использует атаку пилой, союзник с наименьшим запасом здоровья получает 20% к уклонению за этот ход. Оживив тяжело вооруженного союзника, этот боец получает одну очку действия. Восстанавливает 100 единиц здоровья выбранного союзника в конце вашего хода на протяжении 3 ходов. Неплохо, но я возьму, наверное, вот это. Хотя восстановление способности стим-гранаты этого бойца сокращается на 2. Хотеть. Так, снайпересса. Если у цели полное здоровье, попадание наносит на 75% больше урона. Давайте. Так, а вот это что? Убив врага критическим попаданием, этот боец может получить 2 очка действия с вероятностью 25%. Эффект срабатывает один раз за ход. Нет, вот эту штуку мне давайте. У тебя другая ветка. Боец делает выстрел, и если цель поражена, получает одно очко действия. Впервые став целью в течение хода, этот боец получает уклонение. Боец стреляет и оглушает цель. Оглушенные цели прерывают текущее действие и лишаются возможности действовать в свой следующий ход. Не действует на боссов. Серия выстрелов. Ну, не знаю. Thank you.
Так, теперь приоденемся. Так. Сопротивление критическому урону. Уклонение и защитник. Когда этот боец казнит врага, каждый союзник восстанавливает 10% здоровья. Экипировка Дельта, автоперезарядка. Боезапас в вашем основном оружии в начале каждого хода. Ага, так, не надо. Ну вот эту штуку я бы дал, наверное, снайпересе. У нее какие ботинки? Плюс один к емкости магазина. Бери. Так, у тебя что за ботинки? У него такие, да? Получает меньше урона. Плюс 40 урона. Огонь. Ничего тебе тут навыпадало. Этот боец получает 40% вероятности крита. Эффект перестает действовать после тыры-пыры, понятно. После первого урона. Минус единичка дальность перемещения, но повышается критический урон. Не надо. Не надо. Ну, окей, панацею мы начнем в следующей серии, так что я благодарю всех за просмотр, всем до встречи и пока-пока.